Мне кажется, 50 на 50. В любом случае, мы всегда переживаем за наших детей. Это, мне кажется, вечный партнер нашей тревожности за наших маленьких. Поэтому это и праздничное событие, конечно же, ну и тревожное в какой-то мере. Я думаю, что 1 сентября все-таки не стресс, а вот может быть конец года, тогда, когда начинаются экзамены, тогда может быть и стресс и для родителей, и для детей. Это больше испытание, я считаю. Учебный год – это тяжело. Учиться надо, сидеть с ребятками, все-таки заниматься. Сейчас как-то требования большие к детям. У меня в этом году, получается, один первоклашка, другой ребенок пошел в третий класс, поэтому небольшой стресс, потому что непривычно, когда собираешь одного ребенка в школу, кажется, это... В удовольствие, это праздник, когда два ребенка нужно успеть к одному на линейку, к другому. Есть небольшой момент, но мы все успели, и это самое главное. Я думаю, стресс. Потому что сейчас все равно у нас по поводу воспитания в школах есть разница, как нас раньше воспитывали, да, в наше время. Какая программа обучения была и какая сейчас. Естественно, некоторым родителям приходится учиться вместе с детьми. А так как в нашей жизни очень много гаджетов, естественно, детей тяжело заставить. Поэтому я считаю, что это стресс. Для меня стресс. А для Натальи она уже... Хотя я опытная мама, у меня третий ребенок пошел в первый класс, но все же я понимаю, что это стресс. Сейчас больше направлено, что делают родители. Потому что очень много докладов, всяких информационных вещей, которые ребенок не справится.